Всем привет! Мы приехали на рынок. Это наш вот рыночек. Это не весь, конечно. О, распродажа пластика. Нам ничего не надо. Да не, вроде ничего. Вроде ничего. Сегодня погодка, солнышко, но морозно. Небольшой морозец, пару градусов, наверное. Обувь. Вся колхозная такая. Бытовая техника вот у нас даже есть. Видите, привозят мебель вон. Есть. Все, носки дешевые, маленькие черкизов, да, кусочек. Шапок сколько? А мы идем за валенками. В прошлый раз мы заказали валенки. Наш друг из Москвы попросил купить для него валенки. Вот. Мы поехали на рынок. Ему нужен 44 размер. Поехали на рынок. А от 44 нет. Нам сказали, что привезут. Поэтому вот приехали снова. О, рыбацкие все снасти. Всякие безделушки. Нет, ничего. Хотела купить себе ночнушку, но что-то в глаза ничего не упало. Они обычно даже вот такие. Пока я не хотела покупать, все было красиво. Все красивые такие висели. Я все ходила, вот надо купить, вот надо купить. А когда надумала купить, они все такие какие-то неприглядные. А вот и валенки. Вон, какие хочешь. Всех размеров и окрасок. И с галошами, и без, и маленькие. И вот какие. Ой, какая прелесть. Вон со снегирями даже. Красивые какие. Вон. Здравствуйте. А мы к вам за валенками. Мы вам заказывали. Поставил, да. Да. Привез отдельно, поставил сразу. О. Галоши не подбирал, сейчас подберу. Да, нам с так, галошами. 28-й, то есть 29-й, наверное, 29-й. 29-й, наверное, да. 29-й. Сейчас померяю. Ага. О, ага. Подошло. Кого-то развели. Ага. Кто-то остался без галош. Сейчас посмотрю, Ваня. 2,5? 2,5. Скинули бы соточку. Ну давайте 2,400. О, мы же заказывали, да? Да, да, Лёша? Под заказ. Вот я люблю таких продавцов, которых уговаривать не надо. Ну вот. Все, все правильно, да? Да. Все. Ты, я думала, он тебе говорит. Ну вот, валенки у нас есть. Все. Ребята,
Но не могу заглянуть вот мимо пройти. Вот мимо всего этого вот безобразия. Это все мне так нравится вообще. Как и всем девочкам, наверное. Посуда. Ну ладно, мне пока ничего не надо. Пока копим деньги на ремонт. Все. Уже лопаты снежные продают. Скоро зима. Скоро Новый год. Ну вот. Валенки есть. Ура! Едем домой. Вот по дороге с рынка. У нас здесь есть святой источник. Нам надо заехать набрать воды. Бабушке Кате водички набрать. И себе тоже. На чай. На чай. Для чая, для кофе. Родниковую воду мы здесь набираем. Здесь освященный источник. Вот он. У меня есть там видео об этом источнике. Всегда здесь, вот как приезжаем мы или едем мимо, всегда здесь машины. Ветер. Плохо, наверное, будет слышно. Всегда стоят и набирают воду. Если сильно будет дуть, не буду выставлять это видео. Вот он. И вот так вот всегда бежит водичка. Здравствуйте. Тоже всегда здесь кто-то есть и всегда набирает кто-то воду. Очень редко, когда никого нет. Ну ладно, Лёшек набирает, а я покажу. Вот здесь так красиво. Открывается, надо приподнять, наверное, да? Что-то там заело. А, во. Примерзло. Во. А это наша купель. Вот. Здесь на крещение можно окунуться. Я здесь окуналась. Даже видео у меня есть там, где я окунаюсь в ледяную купель. Ой, бррр, как вспомню. Лавки. Вон вешалки для одежды, крючки. Здесь чья-то тряпка. Дверь отсюда закрывается на крючок изнутри. Можно зайти, раздеться. Закрыться, вернее, раздеться и окунуться. Будет здорово. Кто-то там монетки даже накидал, вон, видно. Не знаю, зачем только. Ну вот, такая вот у нас купель. Классно здесь на крещение. Дверь всегда открыта, всегда добро пожаловать. Все. Едем домой. Здесь камень. Вот такой. С табличкой. Не знаю, как его назвать. Не памятник, а просто... Вот.
водяная мельница была. Ну вот, все, поедем домой. Валенки купили, воды набрали. Порядок. О, рыбаки даже стоят сегодня. Ничего себе, рыбачит кто-то. Это наше озеро. Вон там, дальше туда, по озеру, там мы живем. Вот такое вот красивое. На этом все. Кому понравилось, ставьте лайки, не забывайте. Подписывайтесь, и будет вам счастье!